Привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится 2 отваренные до готовности свеклы. Свеклу можно отварить заранее. Теперь свеклу очищаем при помощи овощечистки. Съедят за минуту вкуснейший салат из свеклы на каждый день и на праздник. Всего 3 ингредиента. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы. Когда натерли свеклу, ее необходимо натереть на крупной терке. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Быстрый и вкусный рецепт салата из свеклы готовится за 5 минут, а съедят за минуту. Улетный салат из свеклы. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на скорую руку. Сытно, просто и вкусно, дешево и полезно. Можно подать как в будний день на обед или ужин, так и к праздничному столу. Когда свеклу натерли, отправляем ее в миску. Займемся остальными ингредиентами блюда. Нам понадобится 2 отваренных вкрутую яйца. Яйца также можно отварить заранее. Яйца очищаем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. Пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом приготовления вкусных салатов из свеклы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Когда яйца очистили, натираем их на крупной терке. Добавляем яйца к свекле. Также нам понадобится 50 грамм сыра. У меня сегодня моцарелла. Сыр натираем на крупной терке. Добавляем сыр к остальным ингредиентам блюда. Кроме того, нам понадобится 75 грамм чернослива. Чернослив нарезаем не крупным кубиком. Добавляем чернослив в миску. На сухой сковороде обжариваем 2 столовые ложки очищенных грецких орехов. Периодически перемешиваем. Процесс занимает буквально 2-3 минуты. Слегка остужаем орешки до комфортной для рук температуры и при помощи ножа измельчаем. Измельчаем до того размера, который любите именно вы. Добавляем орешки в миску. Также нам понадобится несколько зубчиков чеснока. Чеснок очищаем. Измельчаем и добавляем в салат.
Теперь салат солим по вкусу и перчим. Перчим по вкусу и по желанию. Заправим салат. Нам понадобится 2 столовые ложки сметаны, у меня 15% жирности, и 2 столовые ложки майонеза. Миксовать сметану с майонезом не обязательно, можно использовать либо то, либо другое, либо брать индивидуальные пропорции. Хорошенько перемешиваем салат и даем ему настояться в холодильнике 1 час. Также нам понадобится несколько стеблей зеленого лука. Лук мелко нарезаем. Теперь салат подаем к столу. Я украшаю листьями салата и буду подавать порционно. Стакан застилаю пищевой пленкой. Перекладываю салат и плотно утрамбовываю. Затем переворачиваю стакан, убираю стакан и пищевую пленку, посыпаю зеленым луком и подаю к столу. Салат из свеклы на каждый день и на праздничный стол. Натерла свеклу, а получается очень вкусно. Идеальный рецепт свекольного салата. Очень вкусный, давно забытый рецепт. Очень часто готовлю салат из буряка. Великолепный салат на скорую руку. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.